Нормально было? Николай Костромисин. Приветствуем на этой сцене. Дебют на Литвоне номер 141. Ну а дальше он все сам скажет. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Здравствуйте. Меня зовут Николай Костромитин, и я абсолютно счастлив встречать вас сегодня здесь, в центре Москвы. И спасибо вам, что мы сегодня встретились. Я очень благодарен Арсению Молчанову, Арс Пегасу, за то, что он меня пригласил впервые на этот замечательный сегодняшний концерт. В этот понедельник, обычно говорят, понедельник день тяжелый, но сегодняшний день приятен, он приятно заканчивается. Я прочитаю вам несколько стихотворений, и перед тем, как я начну свое скромное выступление, я хочу сказать, что коли я на новенького, то я, естественно, не мог прийти с пустыми руками. И у меня для вас, уважаемая публика, приятный небольшой сюрприз, который будет после моего скромного выступления. Из книги стихов «Изумрудная мама» Татьяне Николаевне Костромитиной посвящается. Я убежал из красивой столицы, тоже в столицу, на берег Невы, чтобы у Цоя в гостях загоститься в белые ночи, в черные дни. У Башлачева послушать гитару, Майку Науменко задать вопрос. Где наша юность? Где наше счастье? И почему ничего не сбылось? Мы так мечтали, мы так кричали. Ждем перемен, просто ждем перемен. Нашу свободу другие украли. Мы прозябаем среди голых стен. Планы в муку, мысли в корзину. Прелесть мечты размололи в труху. Мы так хотели, мы так стремились. Нас обманули у всех на виду. В чем мы ошиблись? Где спотыкнулись? Как допустили до общей беды? Вдаль уплывает кораблик свободы. В белые ночи, в черные дни. Мы сейчас находимся с вами в формате календарной зимы. Хочется вспомнить Пастернака, февраль, достать чернил и плакать. Поэтому, так как мы находимся в формате новогодних праздников и впереди весенних, я прочитаю вам небольшое зимнее стихотворение. Она была Снегурочкой, и звали ее Мурочкой, талантливой актрисою была, с системой Станиславского и с песенками Баскова, после спектаклей шила и ткала. Носила почту утречком, дудела детям в дудочку, ночами мыла лесенки в метро. А новогодним вечером в снегу, в костюме, с свечкою работала Снегуркой всем назло. Создать семью хотелось ей, родить ребенка грезилось, спокойно, дружно в доме с мужем жить. Но верный муж не встретился, богатый не приметился и не помог хороший врач родить. Стареет наша Мурочка, состарилась Снегурочка,
Спектаклей в театре нет давным-давно. Одежда вся разорвана, надежда вся изорвана. Снегурить не зовут, всем не смешно. И в ночь на 31-е не выдержали нервы ей, надела свой Снегурочкой наряд. И страшно, как Цветаева в Москве, а не в Елабуге, решила завершить жизни парад. Веревочка размотана, на ржавый крюк намотана, петелечка раздвинута чуть-чуть, ногами стульчик выбитый и хриплый стон могиленный закончил полунищенскую жуть. А елка вся с гирляндами, весь ресторан с кальянами, столы от водки ломятся трещать. И новые снегурочки в шелтах, в бриллиантах, с шуточкой охотятся на денежных ребят. Из книги стихов «Изумрудная мама» Татьяне Николаевне Костромитиной посвящается. Купи в Икее свечи, свечи для мертвых. В холодный зимний вечер горят свечи долго. Купи для мертвых свечи, согрей мертвым души. Ковры и шоколадки мертвым не нужны. Молитва на погосте, стакан русской водки, чтоб Господь услышал от горя вой волком. Вой волком от горя, плач навзрыд от страха, ждет Россию горе, кровавая плаха. Напьются чужие кровушки русской, отнимут чужие и землю, и бусы, разрушат чужие христианские храмы, построят базары, тандыры, сараи, золотые зубы, битые машины, черствые лепешки и гнилые дыни. Отберут Икею, свечи потушат, чтоб забыть про мертвых, про маму, про душу. Веру твоих предков, веру твоей мамы, дьяконов нету, а миры да и мамы. Спасибо.